Ребят, привет! Это снова я. Я вам хочу показать новые твиттеры. По крайней мере, для меня они новые. Ну, а компания, насколько мне известно, выпускает их уже не первый день. Это GBT32. Внешний диаметр динамика 53 мм. Производят их в Малайзии. Катушка у них 25 мм. Купольный динамик с титановым диффузором это. У них в комплекте идут крепеж и соединительные провода. Диапазон частот от 2 кГц до 21 кГц. Сопротивление 4 Ом. Чувствительность 94 дБ. Такая вот коробочка, слегка красноватая. Давайте посмотрим, что внутри. В коробке есть гарантийный талон, инструкция на 4 вида твиттеров GBT25, T28, T30, T32. Неодимовый магнит, 30 Вт номиналка, максимальная 50 Вт, кратковременная 120. Резонансная частота 1,76 кГц, сопротивление 3,6 Ома, QTS 0,46. Рекомендуемая частота среза фильтра высоких частот, high-pass фильтр, 4,5 кГц, 12 дБ на октаву. Установочные гнезда на панели или еще куда-либо. Сами твиттеры с проводами. Два конденсатора, 3,3 микрофарад, 50 Вольт. Два скотча двухсторонних, два болтика и 4 маленьких самореза. Твиттеры вот так уже готовы к установке абсолютно. Можете их просто приклеить куда вам угодно на двухсторонний скотч, который идет в комплекте, и они вот так вот будут стоять. Либо можно вот так вот достать их, они туго там сидят, вот так вот выдергиваются, и установить вот в такие чашки. То есть более такая плоская установка. Либо можно врезать прям куда-то в плоскость. Юбка довольно-таки большая, около 4 мм здесь. Здесь крепление для болта есть. Провода хорошо залиты компаундом. Здесь много очень клея присутствует. Вообще хрен что разберешь. Хорошая сетка. Металлическая диафрагма у него. То есть диффузор сделан из титана. Подвес тканевый. То есть понимаете, да, это не шелковый динамик, у которого шелк просто так спрессован, что получается сразу и подвес, и диффузор. Здесь диффузор из отдельного материала, а подвес из другого материала. Заявка от 2 кГц, будем обязательно слушать. Кстати, вот так вот, по-моему, даже куда-то в домашку можно поставить. Абсолютно готовая инсталляция, даже с проводами уже. Так вот, чуть-чуть прокручиваем и выдергиваем. Понятно, да? Если надо снять. Выглядят прикольно, смотрите как. Вообще зачет. Эстетический внешний вид меня очень радует. Они выглядят прям прикольно, такие торпеды. Куда хотите, туда его устанавливаете. Можете прикрутить прям насквозь куда-то на стойку. Вот таким образом. Можно через это, можно вряд. То есть три вида инсталляции, как и всегда. По звуку послушаем. Мидбасов у меня не особо много, но есть кое-какие. Поэтому послушаем обязательно. Твиттеры я уже установил. К сожалению, в отверстие отмонтировать мне их не очень удобно, поэтому я их установил вот здесь так вверх ногами. Видите, да? Подключил вот сюда. Получаем мы с них вот такое звучание. Довольно-таки громко, ребята. Учитывая то, что сейчас фильтрация 1,25. То есть я напрямую их подключил, без фильтрации. Они идут вот так. То есть идет провод прямо напрямую с твиттера. Соответственно, я подключил напрямую, без всякой фильтрации. Вот так просто. Сейчас я настрою. Вы слушайте, что я настрою. Вообще на слух понимаете, насколько я примерно выведу. А я скажу, какие цифры, какой порядок и так далее. Надеюсь, это кому-то поможет. Мидбас снизу распущен, сверху задушен вторым порядком на 4 кГц. Твиттеры, если подрезать от 6,3,
немножко скучноват. Звук получается вот на 5 кГц, получается вот как раз именно то. Может быть, еще нужно по уровню свести, но это уже другая история, это нужно детально заниматься, садиться в автомобиль, либо устанавливать это все более жестко, тогда выводить их по уровням. А пока вот такая вот примерная настроечка, то есть Midbass 4 кГц вторым порядком, Twitter 5 кГц вторым порядком. Слушайте.
Вот такой примерно звук вы можете получить, установив эти твиттеры в свой автомобиль. По характеру звучания, ребята, это металл, и звучит он соответствующе. У него тканевый подвес, но сам диффузор или диафрагма, она титановая, по заявлению производителя. И это вносит свой окрас в звучание. Звучание, атака, звук сам по себе, он такой, знаете, как сказать, четко очерченный. То есть нет расплывчатости, как у шелковых твиттеров, да, обычных. Более такой звук четкий. То есть, если по тарелочке стукает, да, ударник по металлической, и это металлический звук, шелк его передает мягче, то вот этот металл, он передает его вот именно как надо. По крайней мере, то, что я слышу на свой слух, это мое личное мнение. Если вы в нем сомневаетесь, просто купите и послушайте. Потом продадите. Твиттеры недорогие, 2600 рублей пара. Установить можно вот так, куда угодно, в принципе, понятно, да? Можно на стойку, можно в домашку куда-то установить. То есть, вот такой установочный вид, он готовый абсолютно. То есть, провод выходит, и все, вы его куда хотите, туда и подключаете. Учитывайте, что фильтра нет, то есть, его нужно либо ставить сюда, либо фильтровать чем-то активным, либо кроссовером, либо процессором, либо усилителем. Если у вас в автомобиле каких-то мест таких нет, куда его можно поставить, вы можете установить его вот так, заподлицо. То есть вырезаете отверстие вот такое и вклеиваете его туда. Будет выглядеть вот так. Мне звук нравится, очень напоминает звук рупорных твиттеров, но он мягче. Он мягче, спокойнее и такой более широкий, что ли. Резонансная частота у них 1760, по-моему, Гц. Ну, ниже 3 кГц не рекомендую запускать. Но можете на свой страх и риск пробовать. Очень сильно зависит будет от подаваемой мощности, от громкости, до которой вы будете крутить и так далее и тому подобное. Ну, а мне интересна еще одна вещь про них, но об этом будет в следующем видосе. Для тех, кто любит четкую артикуляцию на высоких частотах, рекомендую присмотреться к этим твиттерам. Приобретайте их. Есть они практически у всех официальных дилеров Orex Electronics. Ну а у меня на этом все. Желаю вам всем чистого и громкого звука. Пока. Увидимся в следующем видео.